Дай Семирампан. Поэтому я давно мечтал попасть сюда. Бик-бик-бик-бик камера. Я как попугай. Гоменасай нани и нани. Сядешь, это тепло, и это просто другая реальность. Тотемо ощи. Хай-минасан, коннячива, Ашия дэсс. Кёва куцара Токио Тауа но чикаку маде китэрун дэскэдо. Кёва, ваташа мая-мая кара митэта ютубер но ката га Нихон ни има китэте. Куцара но ката дэсс. Привет! Коничева! Ола. Привет! Ола! Коничева! Томодачи! Томодачи! Мексико-джин! Хай! Ту номбре эс? Энрике! 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 Перо ми аполес Кике! Кике! Энрике! Дезде Мексико? Си, дезде Мексико! Има Нихон ни китете, мо кёу ва сайшюбе де, кёу мо кайтчаун дескедо. Ты жил в России? Да, 10 лет. 10 лет жил в России и говорит по-русски. Очень интересно. Мы говорим по-русски и чуть-чуть по-испански. Чё-то таке спенго мога насэрю. Аташи га. Так, а нам де Нихон ни китака тока, соно Нихон но кансоу надо иро-иро о кики штай то омоэмасу ши, ма нанека чё-то таке Токио Тауа канко сте ойши моно мо табете. Окей, let's go. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, ikimashou. Nihongo wakaru? Ты знаешь по-японски что-то? Чё-то. Чё-то. Un poquito. А ты был на Токийской башне уже? Внутри, да, но не поднялся. Не поднялся? Нет. Почему? Потому что, мне кажется, это один из самых знаменитых знаков Японии, а если ты поднимешься, тогда он не будет видно. Неинтересно? Неинтересно, поэтому я хочу снаружи увидеть, не снутри. Окей. Это твой первый раз в Японии? Это второй раз. Второй раз? Да. А когда ты приезжал еще? Первый был 2018, и это было осенью. Угу. Почему ты захотел приехать в Японию? Ну, для меня всегда была загадочная страна, потому что, ну, во-первых, это остров, и это ощущается, что здесь все чуть-чуть по-другому. А это очень далеко из Мексики, поэтому я давно мечтал попасть сюда. Всегда мы думали, что Япония — это страна будущего, что здесь все роботы, то есть есть очень много что посмотреть. И с другой стороны, по плане истории, и ниндзя, и самураи, и гейши, поэтому это страна, которая сочетает суперсовременность, еще и старинные. Японец мой популярен в Латиноамерикасе? Си. Особенно те, которые любят аниме, очень любят. Тоже, например, в Мексике есть очень много заводов автомобилей японских. Да. Поэтому мы всегда знаем, что обычно что-то связано с Японией – это хорошее качество. Что ты любишь в комбине брать? О, давай найдем меронпан. Ты любишь меронпан? Дайски. Меронпан, дайски. Дайски меронпан. Айштеру меронпан и... Айштеру. Белый напиток. Молоко? Лече? Нет. А, кальпис, кальпис. Кальпис я люблю. Керу ап, кальпис. А, кстати, почему кальпис? Это не японское? Ну, все. У подписчиков в комментариях. Спросить. Отвечайте в комментариях, потому почему что, кальпис. Как понимаю, название кальпис — это не японский язык, да. По-моему... Ага. Кальпис — это сам японский напиток. Я кальпис обычно не пью. Не любишь? Ну, мне нормально, но я не покупаю. То есть это то, что ты любишь в комбине, да? Вот. Это мой обед. Обед. Супер. О, точно! Ойши? Ойши. Тотемо ойши. Tengo un кальпис in Mexico. No, no tenemos. Сокурепо, онегайшимаска, это ревью, ревью. Ойши. Ойши. Дайски, дайски. Айштеру ты. Айштеру меронпан. Аригато, Нихон. Чебурашка? Да, чебурашка дес. Чебурашка дес. Томодачи чебурашка. Джа, Энерике ни кикитай ндескедо, Нихон де... なんか カルチャーショックとかびっくりしたこととか面白いと思ったものとか気がついたもの多分私はねもう住んでるから気がつかないことも多いと思うんだけど彼はまあ日本は2回目で久しぶり5年ぶりぐらい来たので расскажи, что тебя удивило в Японии. Ты знаешь, мне Япония очень сильно удивляет, что она думает о других. То есть особенно это ты ощущаешь процесс покупки. Когда ты ходишь в магазин, они супер вежливы, да? Даже как тебе дают чеки двумя руками, как деньги это делают. А мне был интересный случай, когда я приехал, это было в Осаке, был такой дождливый день. Я купил большую лампу,
Лампу? Лампу, да. Зачем? Ну, здесь дешево, потому что здесь можно так себе делать. А, и ты ее заберешь с собой? Да, 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 конечно. Сугубо. Ну, эта лампа как-то настольная. А, настольная, да, окей. Да, да, тоже для камеры. А, большая коробка мне дает огромный пакет, как из картона. И потом я вижу, что сверху надеваю какую-то пленку. А, да, да, да. Это было, кстати, да, да, да. Вот. Это ты говоришь о дождя. Это была big камера. Big камера, ага. Да, big камера. Но мне показалось, что первая мысль, я не знаю, как латиноамериканец, что, наверное, это как типа они закрывали, чтобы я больше продуктов туда не сосунул. Ты знаешь, как типа все, ты это же купил, и все. В этот пакет ничего не положить. Да, 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 потому что ты идешь в магазин, и на самом деле как-то очень легко что-то там добавить. И у меня было ощущение, типа, почему так запечатай мой пакет? А ты не понял, что это? А потом я как-то сказала, типа, гоменасай нани, нани. И он мне сказал, типа, rain, rain. Я понял, что это из-за дождя. Я думаю, блин, это просто внимательно. Даже я не знал, что сейчас идет дождь, а те, которые внутри магазина, об этом задумывались. И это вообще нигде не видел, что прям тебе что-то тебе прям упакуют хорошо, потому что дождь. Ну да, в России точно нету, да? Нет, ну нет. И в других странах тоже не бывает. Это только в Японии. А, например, ты что-то спрашиваешь, извините, у вас есть что-то наличие, начинают типа гуменасай, я хотел купить телефон, он не всегда был доступен. И ты видишь, как они реально изменяются от того, что тебе, от того, что у них нет наличия, это не, да. Не, да, приносит неудобства. Неудобства. И от этого они реально изменяются. И ты чувствуешь. И один раз я помню, что когда хотел купить телефон, а у них была такая как доска, что было типа написано, что у нас есть наличие. В итоге оказался не наличие, и он вот это там наклонялся, что типа, извините, что у нас не было правильной информации, извините, что это. И типа, да, все, дай джобу. Кстати, это я сразу научил вот фразу дай джобу. Дай джобу? На японском языке самое главное это буква «э», потому что на «э» ты можешь сказать «э». Ты по-японски мне говоришь разные фразы, то есть ты знаешь японский, или ты запомнил, или учил как-то? Я как попугай. На самом деле еще как интересно, что в Японии очень, мне кажется, шума. То есть, куда бы ты ни заходишь, либо какие-то роботы, что-то всегда как автоответчики. А звуки разные? Звуки. Ну, например, если ты в метро, что-то куда сай. И куда ты ходишь, всегда есть какой-то запись. А голосовой? Голосовой запись постоянно, да. Постоянно. И поэтому Voice announce, говорю. Я, например, был с друзьями, и просто внезапно я говорю «Мамонаку». Потому что я думаю, откуда я знаю «Мамонаку»? И я потом понял, что просто в метро постоянно говорю. И мне кажется, в Японии тоже классно, что ты заходишь в магазин, и у всех магазинов есть своя песня. То есть идешь бик-бик-бик-бик, камера, или идешь, я не помню, Донки Хотте. А, донки, донки. Поэтому это прекрасно, что здесь очень интересно работает маркетинг, делает прекрасные песни. И реально, ты идешь в магазине, и просто тут у тебя в голове будто пластина. Точно. И все, только думаешь об этом, поэтому... И я понял, что все магазины, чтобы не продавали, у всех есть своя как-то песня. Ну да, но ты как сам как выучил и русский язык, и как преподаватель языка, наверное, ты быстро запоминаешь. Ну да, я тоже, например... Спенго но сенсей, да, кара. Хай. Спенго но сенсей. Ваташи ва спенго но сенсей. И, например, тоже, когда идешь в 7-Eleven, решито, то есть все там шипит, вот это всякие вот это записи. Поэтому, мне кажется, очень легко улавировать слова. Классно. Особенно, допустим, когда был в Осаке, я чувствую, что если ты не знаешь японском, очень сложно общаться с людьми. В Токио ты говорил нормально? Мне кажется, в Токио лучше. Токио, ну, не совсем, но уже чувствую более свободным. Я, например, научился на японском что-то спросить. О, что, например? Например, когда я хотел телефон, я сказал, сумимасен, iPhone га аримаска. А потом они начинают на японском отвечать, я не понимаю. Поэтому думаю, смысл знать, как спросить, если ты все равно ответ не понимаешь. Поэтому найдес. Да. Пагун айфон? Селюляр? Си, он селюляр. Пага селюляр? Си. Покажи нам. Порке пагун селюляр ин Хапун? А мы как иностранцы можем купить tax-free. И это дешевле, поясом. Чем в да, других странах? Да, и это очень дешево получается. Даже дешевле, чем США. О, то есть Япония, ну,
если у вас есть способность купить tax-free, если конкретно говорим о Apple, Apple-ские продукты самые дешевые в мире, это в Японии с tax-free. Кстати, я тоже хотел сказать, что мне кажется, Япония, можно сказать, как страна туалетов. Это в хорошем плане. Да. После России особенно. А, во-первых, здесь очень прикольно, что везде есть туалеты бесплатные и хорошие. То есть для меня всегда было как-то обидно, что ты должен платить, чтобы использовать туалет. Но да. Тоже очень классно, а вот это, как, который дома, который утеплённый. Я даже сразу сказал своему другу, который я живу. У меня есть лучший друг, живет в Осаке, мексиканец. Он уже 8 лет. И первый, который я заметил от его дома, это типа так приятно, что ты сядешь в туалет, и это тепло. То есть это, наверное, для вас это обычное чувство, но это для нас нет. То есть уже 3 недели здесь, и сядешь, и это тепло, и это просто другая реальность. И даже с удовольствием ходишь в туалет. Да. А всегда есть куча кнопок, которые я, к сожалению, даже и так не разобрался, но просто того, что она утепленная, это же хорошо. А, кстати, а где ты побывал в Японии? В Японии я был в Осаке, ну, в основном времени, Кобе, Химеджи, Токио, Киото. Киото. А еще это Кавагучико? Кавагучико. Что вы видите? Кавагучико. Фуджи, Фудзисан. Это, ребята, это такой, это просто так красиво, еще мне удалось с погодой, сакура, это... Ребята, это просто подарок. Спасибо, что у вас есть эта красота в Японии. Это просто невероятно. Тэшкани. Мо, Фудзисан то сакура, мо, гайкоку жин ни тотте не. Аригато гозаймасу. Для иностранца это такое прям самое классное. А еще очень впечатляющий момент, это когда я впервые увидел гейшу в Киото. Прошлый раз, когда был в Японии, я, к сожалению, и так не увидел. Я прошлый раз расстроился, что я был в Киото и не видел гейши. Еще, кстати, это я купил Харажуку, представляете? Харажуку? Это прям, когда я видел, там было продать, типа, Микишко. И я так рад был, что, типа, даже в Мексике у нас, ну, не знаю, но это супер ярко, я думал, вот это мое, это меня ждет. И по размерам, но это Харажуку. Я сразу тебя узнала. Да. Я Харажуку был. Харажуку на фэшн. Хай. Ошаре. Юникло мне нравится здесь тоже. Да, вот да, штаны, да. Которые у меня сейчас с собой. Юникло. Интересно, что я высокий и худой, и здесь по размерам как будто щит да, по мне. Да, очень высокий. Да. А, кстати, еще хотела тебя спросить, что тебе понравилось в Японии из еды? Комида хапонеса? Комида хапонеса. Карри. Карри райс. Хай. Ташкани, на Нихонджима Миннаски. Да, все, что панировки. Да, свинина. Кацудон и кацудон. А, кацудон? Кацудон. Рамен. Дайски. Все, да, очень... А, суши. Суши, ну да. Я, кстати, когда... Я до этого сказал, что я не очень сильно люблю суши. Да? Но когда был в Японии, я просто обожаю суши. Это было, потому что суши, которые продаются в Японии, это не должно даже назваться суши. А японские сладости в Киото, кстати? Матча. Хай. Да. Но меромпан. Номер один. Ичиван. Ичиван меромпан. Суки да не. Кёва мо кайцао, не? Ты сегодня уезжаешь. Да, с большим сожалением. Ты был 3 недели? Большим сожалением. 3 semanas. 3 semanas. И me voy con mucha tristeza, porque me gusta mucho Japón. Возвращайся. Да, еще. Я... Приезжай. Мексиканцам не нужна виза. Да, не нужна, поэтому от меня не как-то... Да. Избавляйтесь так легко. И у тебя есть друг. Да, поэтому я скоро... Ты еще приедешь. Да, приедем. Супер. Так что... Замечательно. Ася, спасибо тебе большое за приглашение. Ребята, томодачи мои. Ребята, гозаймасу, за внимание. И увидимся очень скоро. Если хотите учить испанский... Канал. Хай. Ваташи ва но... Энрике, но еще чаннеру... Спенго. Ма, спенго да кедо. Спенго но чаннеру линку хаттоку но не. なければぜひ見てください。じゃあ、さよなら。さよなら。おやすみなさい。